Друзья, привет! Посмотрите, приехал в Россию большой китайский брат, напомнить, что ему нужны природные ресурсы России. Скажите, по кому из этих двоих видно, что он чувствует себя хозяином положения? Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Добро пожаловать в Россию, дорогой друг. Наши ресурсы к вашим услугам. Это наши пропагандисты рассказывают россиянам, как Запад хочет украсть у нас ресурсы. Но вы-то знаете, чьи они, дорогой Си. Все, как и договаривались, наш лес, ваш лес, как говорится, наша нефть, ваша нефть, наш Байкал, ваш Байкал. В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. 中国建有很高效的这个经济体系和国家体制. Она намного более эффективна, чем во многих других странах мира. Это очевидный факт. 它的效率要高于世界很多国家, 这是有目共睹的. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом. 一方面，中国有市场机制，另一方面呢，它和稳定的政治制度相结合。 И приносит свои видимые результаты. 并已经取得了非常明显的积极的成果。 Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой. Экономика Китая очень эффективна. Мы вам даже завидуем. У вас и автомобили производят, и электронику, и много разных товаров. Но нам тоже есть чем гордиться. Мы плодим силовиков, чиновников, депутатов, олигархов. По этим показателям мы опережаем очень много стран. Это очевидный факт, дорогой Си. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. 我们认真地研究了中方所提出的关于和平解决乌克兰问题的立场文件. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. 当然，今天我们正好有这个机会讨论这些事务. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права. 我们也了解到，中方一致主张这个要维持和推进公平正义和尊重国际法的基本准则. Неделимой безопасности для всех стран. 还有世界各国安全不分割原则. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. 对谈判进程一直敞开这个大门. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы. Вы обратили внимание, как сидит Си и как сидит Гарант? Си сидит уверенно, смотрит прямо в глаза, а Гарант теребит ручку кресла, пританцовывает одной ногой, другой ногой, ерзает на стуле, постоянно глаза опускает. И Си. Складывается такое ощущение, что Си так и хочет сказать: так, Вовочка, ну-ка рассказывай, что ты в этот раз натворил? Уроки все выучил? Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашим сильным руководствам за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях. Владимир Владимирович, сейчас мы еще железку в Якутию проложим напрямую, и вообще красота будет. Вы подольше оставайтесь, все будет четко. Главное, вы нам не мешаете вывозить лес, алмазы и другие природные ресурсы. Все будет нормально, оставайтесь подольше у власти, мы с вами договоримся. В
В прошлом ролике я вам показывал визит Путина в Мариуполь, но пользователи соцсети услышали еще вот какой момент. На это немногие обратили внимание. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Женщина на другом конце двора кричит: «Это все неправда, это на показ». Фразу отчетливо слышно, но на нее не сразу обращаешь внимание. И сразу посмотрите, как люди, которые были с Путиным, засуетились. Сразу начали глазами выискивать, кто это прокричал там такое. Но также в соцсетях обратили внимание вот на этот момент. Это, как заявили СМИ, Путин посетил Крым. И пользователей соцсетей смутил вот этот момент, где человек, похожий на Путина, очень странно трогает подбородок. И в комментариях начали предполагать, что этот человек на самом деле, это не Путин, а человек в маске Путина. Мол, маску трогает, поправляет. Конспирологии, конечно, можно развести много. Видео в какой-то момент обрывается, и не совсем понятно, что было дальше. И кто-то даже прикрепил вот это видео, посмотрите. Был молоденький рыженький паренек, лет 20, и стал вот таким пожилым мужчиной. Ни на что не намекаю, просто интересный факт. Но помимо Китая, у России есть еще союзники. Россия и Африка. Равноправные союзники и партнеры, заявил Володин на парламентской конференции «Россия-Африка». Необходимо подчеркнуть, Россия и страны Африки – равноправные союзники и партнеры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Для нашей страны африканский континент никогда не был предметом меркантильного интереса. Никогда не было никакого меркантильного интереса. Все исключительно держится на доброте душевной. Тем временем Россия списала задолженности для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил Путин. Вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. Кстати, обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн. И вот что еще хотел бы добавить. Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно. Россия списала долги Африке на сумму 20 миллиардов долларов. Тем временем в Бурятии депутат посоветовал сиротам зарабатывать на квартиры самостоятельно. Ну а по-человечески, конечно, только вот пожелать вам социализироваться, то есть работать и не жить в таких домах, а купить как вам удобнее самим. Вот тут вот так жизнь сложилась, ну где-то испытывает, каждого дает такие испытания. Вы же знаете, есть закон правильный, но значит, у ваших детей будет все. Ребят, мы сейчас африканским странам спишем 20 миллиардов долларов. А вы, дети-сироты, вы сами себе квартиры покупаете, зарабатываете. В то же самое время россиянам предложили взять на себя издержки «Газпрома». «Газпром» потерял огромное количество денег и предложили это компенсировать россиянам, сообщают российские СМИ. В Госдуме предложили изменить тарифы на газ из-за потерь «Газпрома» в Евросоюзе. Специалисты уже посчитали, что чтобы «Газпрому» компенсировать эту сумму, понадобится 22 600 рублей с каждого россиянина в год. «Газпром» – народное достояние. Ну а народное достояние, извините меня, оплачивать придется теперь народу. А в одном из домов в Забайкалье посмотрите, люди как живут. Тепленькая до сих пор не пошла. Проблема тянется уже с 91-го года. Именно тогда перестала работать местная котельная, и дом по Малой 4 остался и без воды, и без электричества. Жильцы смогли добиться восстановления электричества, и то через забастовку с перекрытием Транссиба, после чего им установили временные линии электропередачи, которые стоят по сей день. Горячую воду им не дали даже спустя 30 лет. Люди 30 лет вот так живут в многоэтажке. Не в каком-то деревянном бараке. Обычный многоэтажный жилой дом, каких у нас по стране тысячи. Но и это еще не конец. С 1 июля 2023 года подключение жилых домов к электросетям подорожает с 3 до 4 тысяч рублей за киловатт. Теперь за стандартное 15-киловаттное подключение придется заплатить 60 тысяч рублей, а в 2024 году цена вырастет до 5 тысяч рублей за киловатт. Ну и должны же быть какие-то хорошие новости.
Часть союзников Россия потеряла, но так как я уже сказал, Россия обретает новых союзников. А где новые союзники, там и новая коммуникация. В российских школах начнется обучение африканским языкам. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Маслов заявил, что африканские языки суахили и амхарский начинают изучать в российских школах. Он об этом сообщил на международной парламентской конференции «Россия-Африка». И вот цитата. «У нас готовится новое поколение людей, которые способны и понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент, это разные регионы с разными экономическими и политическими традициями. Россия сейчас очень плотно занимается афроинтеграцией, так что если вдруг с нового учебного года вы обнаружите, что вам нужно купить учебник не английского языка, а африканского, не удивляйтесь. Все идет по строго заранее намеченному плану.